Приветствую всех на своем канале. Сегодня я буду изготавливать станину для токарного деревообрабатывающего станка. Мне понадобится швеллер 8, 3 метра длиной, уголок 50 на 50, 6 метра длиной, уголок 32, 3 метра длиной, квадратная профильная труба 20 на 20, 2 метра длиной. Вот такая труба полдюймовая, 22 в диаметре. И вот таких две шпильки длиной 180 мм. 4 гайки и 4 шайбы. Станина для токарного деревообрабатывающего станка готова. Вот к 8 швеллеру у меня приварены уголки 32 с одной стороны и с другой стороны верхней части. Это к нему будет крепиться подручник и задняя бабка. Здесь установил распорную втулку из трубы полдюймовой и шпильку М12 поставил. Внизу прикрепил болтами М8. В этом месте у меня болты стоят. Здесь у меня раскреплено также втулкой шпилькой М12 и болтами М8. Высота 780 и 860. Длина 1500 мм. В верхней части 150, 190 и 360 мм. Для жесткости раскрепил профильной квадратной трубой 20 на 20. Ну все, спасибо за внимание, до свидания, подписывайтесь на канал, кому было интересно, ставьте лайки.